Группа компаний Хайлунг является крупным международным холдингом, специализирующимся на создании высокотехнологичного нефтегазового оборудования, инструментов бурения и оказания комплексных услуг для компаний нефтегазового сектора. Расположение завода «Техномаш» в непосредственной близости от трубных заводов группы ЧТПЗ и ТМК позволяет выполнять заказы в сжатые сроки. Сегодня в группу компаний Хайлунг входит более 40 производственных предприятий в Северной и Южной Америке, в России, на Ближнем Востоке, Африке и Европе. Компания уделяет большое внимание технологическому развитию своей продукции, автоматизации производства и контролю качества, что позволяет ей занимать лидирующие позиции в нефтяной промышленности мира. Завод в России является последним из введенных в эксплуатацию и одним из наиболее современных. Мы планируем открытие нескольких заводов, аналогичным тому, который сейчас действует в Невьянске. Кроме того, у компании Хайлунг есть планы по производству различных видов нефтегазового оборудования в России, созданию сервисных центров по ремонту бурильных труб, оказанию технической поддержки буровым компаниям. Предприятие «Техномаш» занимается производством бурильных труб, оказанием услуг по нанесению внутреннего покрытия на трубы нефтяного сортамента и хардбендинга на замки бурильных труб. Это первый российско-китайский проект, запускается в России, в городе Невьянске. И здесь слаженно работает коллектив как китайских работников, так и русских, и делают одно общее дело. В 2016 году на ООО «Техномаш» была запущена линия по производству бурильных труб. Производственная мощность линии составляет 15 тысяч тонн в год. Предприятие «Техномаш» выпускает бурильные трубы с замками с премиальными резьбовыми соединениями, которые увеличивают допустимый крутящий момент, повышают эксплуатационные характеристики и продляют срок службы труб в осложненных условиях бурения. «Техномаш» оказывает услуги по нанесению на замки бурильных труб твердосплавной наплавки хардбендинга, разработанной специалистами компании Хайлунг. Применение хардбендинга позволяет предотвратить преждевременный износ наружного диаметра замков, снизить износ обсадной колонны, уменьшить потери на трение при бурении скважины, увеличить ресурс работы бурильных труб в несколько раз. Линия по нанесению внутренних покрытий на бурильные и насосно-компрессорные трубы позволяет выпускать до 1,5 миллионов погонных метров в год. Высококачественные покрытия, разработанные группой компаний Хайлунг, защищают трубы от воздействия коррозионно-активных сред, снижают скорость образования асфальта смолопарафиновых отложений, сокращают гидравлические потери, увеличивают межремонтный период работы скважины. Нанесение покрытия происходит в два слоя, в строгом соответствии с международными стандартами, что дает гарантию длительного срока эксплуатации трубы. Обладая собственной лабораторией и исследовательским институтом, ООО «Техномаш» уделяет особое внимание вопросам качества выпускаемой продукции и проводит испытания на каждом этапе ее производства. Современное производственное и лабораторное оборудование, высококвалифицированный персонал и наличие собственных исследовательских институтов обеспечивают соответствие конечной продукции международным стандартам качества. Применение продукции завода «Техномаш» помогает компаниям нефтегазового сектора сократить издержки при эксплуатации оборудования и добиться высокого экономического эффекта. Основными клиентами нашей компании являются такие предприятия, как «Газпром», «Сургутнефтегаз», «Роснефть», буровые компании, такие как «Интегра», «БКЕ». Клиенты довольны нашей продукцией, они понимают ту выгоду, которую они получают. Основными задачами для нас является снижение себестоимости добычи нефтяной продукции, улучшение качества работы нефтегазодобывающих компаний. На данный момент 90% нефтегазодобывающих компаний в мире используют защитные покрытия для насосно-компрессорных труб и для труб бурильных, а также хардбейдинг. В России, к сожалению, эти технологии не так развиты, и вот приходится бороться с этим, информировать, объяснять, доказывать. Предприятие «Техномаш» не останавливается на достигнутом. С уверенностью и позитивом смотрит в будущее, верит в перспективное и взаимовыгодное развитие своих клиентов и своей компании.